Всем привет, друзья! Это легендарное возвращение в Stand-Off 2 прямо сейчас с моими друзьями Топан, Самурай! Скажите привет! Всем привет, друзья! Всем привет! Мне так этот кринж нравится, я не хочу, чтобы он заканчивался. А я предлагаю историю. А я думаю, будет продолжаться, брат. Друзья, мы возвращаемся в «Встань, выключить 2» не просто так. Не потому, что это одни из самых популярных роликов на моем канале, а потому, что мы просто соскучились по игре, правильно, друзья? Нет. И сегодня мы будем проходить калибровку в Stand-Off 2 спустя год. Подпишитесь на канал, поставьте большой палец вверх, напишите комментарий, и мы начинаем. Друзья, спустя час съемок этого видео мы все-таки зашли в игру. Какая-то странная была ошибка, переподключение, подключение. На... Минут 5-10 пятого, 4-5. Что выносило, выкидывало. Но мы в игре. Итак, мы начинаем калибровку. Я не вижу вообще ничего. Не смогу где-то у тебя, брат. Двух. Третьего не убил, брат. Я иду. Давай, первый раунд за нами должен. Хорош. Хорош, да. Первый раунд за нами. Let's go. У-ху-ху. Найс. Сладкий снова. Жестко ты ему. Салон, спасибо, друзья. Братан, я не понимаю, мне просто лагающий чел выбегает и убивает меня. Пожалуйста, когда закончится первая катка, чтобы мы это все настроили, уже меня горит люто. А, все, закончилось. Найс. Друзья, у нас также лагает игра, я не знаю, как это пофиксить, и нас осталось с Топаном двое, потому что Самураю стало резко плохо, он заболел. Прожмите, пожалуйста, большие пальцы вверх за здоровье Самурая, и сами, ребята, не болейте, одевайтесь тепло. Прямо сейчас начинаются холода, поэтому одевайтесь по погоде и пейте горячий чай. Против нас играет Мбаппе, бро! Реально? Да, настоящий Мбаппе. Зарядил чела. Два сайта. Он продал кого-то. Одного. Через верх пойдем? Или через низ? Да сам без разницы. Блин, тут челы так карты эти знаете. Я бы через низ, наверное. Убил. Найс. Просто затыкал еще один упор. Перед тобой еще один. Слева. Я фул. Убил его. Уф. Одна. Найс. Это жестко, кстати, было, дядь. Хорош, хорош. А есть понимание по челам где-нибудь? На респе на пакете у нас. А, супер. Минута есть. Упор убил. Найс. Где-то на пакете, да, стоит, наверное. Слева, вроде слева. Он спина, или что? А пойдем, пойдем поставим просто на Б. Пойдем на Б поставим. Пойдем, пойдем. Пойдем на раунд сыграем, пофигу. Мы как команда, понял, не будем его убивать, просто на раунд сыграем. Давай, давай. Я его убил, короче. Сейчас будет здесь, смотри. Обезьяна, ты откуда? Брат, ну нам надо начинать выигрывать уже. Ну реально, уже стыдно. Уже стыдно. Ой, лагает, точно так лагает. Ух ты. У меня. Один минус, второй минус. Жестко, жестко, брат. Я один из самых сильнейших. Тащи, тащи. Третий. Найс! Легкая дядь игра для нас. Легкая, вообще не чувствую, брат. Мы просто дали им фору, да? Мы почувствуем себя хотя бы чуть-чуть, это... что они фору. Мы даже не напрягались, на самом деле. У-ху! Ух, жестко, дядь. Бро, там такой шот был. Чел прыгнул, я ему в прыжке одну дал. Я вообще тебя красиво должен делать. Ой-ой-ой, и занять девяточку? Ага. Слушай, ну это вообще не проигрывается. Это smart moves, guys. Запоминайте эти движения. Это IQ, мозг. Ой, зря спалился. А ты зачем спалился? А он не успеет, наверное. Дай бог. Найс. Успел. Хорош. Первая победа, брат. Влепите лайк, большой жирный лайк. И киллы здесь были хорошие в этой карте. Let's go, хорошо. Я не знаю эту карту. Вообще. Я тоже. Я не знаю, где щелы прячутся. Ну просто было на Б ходить. Вот только единственное, что мы реально не знаем, где на балконе, там справа будет. Вообще сидеть. Ничего. Ну ничего. Это... Этим ладно. И интереснее. О, увидел чела. Я не знаю, где они выходят вообще. Я увидел чела тоже. Вода зашли. Много. Убил чела. Слышу звуки где-то, мне тут близко. Я тоже слышу, тут топ, это не прям. О, привет! Где? Ух. Убил. Еще один там. Тащи. Одного убил. Найс. На миде есть один. Два мид. Найс шот. Да. У меня в миде один. Еще справа, еще справа. Хорош, жестко. Где-то последний чел. Спине, забил. Наверное, у нас нет. Пакет у нас, давай пакет. Я, пакет, да. Я здесь. Я на пакете просто. Окей, я здесь остался. У меня двери. Вышел. Прямо у меня близко. Ага. Умничка. Найс, nice, let's go. Так, со скинчиком. Сау, брат. Крит настоящий, чел спрашивает.
Братик, да, привет тебе. Нормально, нормально. Нужно было просто чуть-чуть это. Ну, пристреляться, дядь. Пристреляться. Немножечко почувствовать вайб стендоффа. Ну, конечно. Мы год не играли, может, два даже. Честно, без шуток не нравится стендофф. На. Подпушили. Я понял. Там чел просто на респе стоит. Вот он. Хорош. Еще один. Найс. Еще один. Ай-яй-яй. Красиво. 1-2. Ну, это проигрывный раунд. Ну спрячься, иди, прячься. Он сейчас ставить будет, убьешь его. Давай. Ну спрячься. Прячься. Ой. Нет. Найс. Пакета нет. А вот. Найс, хорош. Ладно, мы ему не будем подсказывать, как играть, он в принципе сам умеет. Можно мне, пожалуйста, флешку влезть? Серьезно? Бро, отвечай, я просто попросил. Это белая, но? Флешку влезть. А, пушат. Ушла. Б в целом клира, думаю. Бил пода. Еще пода у меня один. 2-2. Мы с тобой опять, брат. Я понял, брат, у меня пода 2. Ура. Еще один. Хорош. Планту? Не знаю. Я плант распикиваю. Не вижу планта. Он в дверях, брат, парк. Let's go. Давай здесь. 19 киллов. Неплохо. И 4 еще звезды, мне пишут. Найс. Неплохая, катка неплохая. Хорошая. Пятый блок хороший, я дверь иду. Здесь хае мне. О, че, убил? Да, жестко. Хае дали, мне 60 хп. Убил. Я ставлю пакет. Убил. Не-не, найс. Но убили. У вас чел остался. У меня. Найс. Жестко. Слушай, нормально? Не, дядь, я вообще я отвечаю, я прям стендофи. Найс! Сюда. Еще одна победочка. На копилочку. Слушай, мы ровно с тобой настреляли по 16. Закерили, пацаны. Guys! Это какая наша шестая игра? Слушай, я вот не помню, либо шестая, либо седьмая. Мы уже сбились со счета, ребят, какая это игра, но это и не важно, ребят. Погнали, бро, нам надо выигрывать. Let's go. Let's go, let's go. Middle smoke дали. Найс. Уф, ВХ, брат. Найс. Let's go, бро. Я пакет выбил. Nice. В полете. Найс. Nice. Тут бы не вижу, не понял. Найс шот. У меня еще один тест. Делаю его. Хорош, хорош. Остальные, наверное, сам будут, нет? Да. Иди в КТ убивай. Что? Ничего себе, меня на префайре вышли. Блин, ребята, мы реально играем одну и ту же карту. Это самая, видимо, популярная карта в стендоффе. Но со следующей катки мы ее отключаем. Убил. Найс шот. У меня 6 хп, бро. Ага. Куда ползешь, смартсмон? Убил. У меня пода еще есть два. Не зашли еще. Убил. Хорош. Ну давай, величайший камбэк прямо сейчас. Ребята, если вы в нас верите, поставьте, пожалуйста, лайк прямо сейчас. За наши старания. Казалось, наверное. Нет, слушайте. Чё убьёшь? Что? А что со звуком? Ребята, мы пытались найти другую карту, реально. Мы подождали 10 минут, но другие карты не находят. Реально, люди, видимо, в это время, мы записываем в 3 часа утра, играют только эту карту. Ну, как-то так, что делать. Ну, хорошая флешка. В целом, игра тоже великолепная. Надо. Ещё раз. Знаешь, что? Что это за позиция? Убил одного. Ой. Мое уважение. Жестко, брат. Где он? На меди где-то. Умничка. Очень жестко. Middle. Убил. Меня СБ убивают. Меня тоже. Все, мне вышло. Дальше разве. Погнали, бро, последняя игра, надо постараться. Let's go. Ластовая игра перед тем, как мы... Пойдем на АБ. Давай Б попробуем, да. Нормально. То есть не граната, на пистолет покупаю, да? Да ты чё, рофлишь? То есть две гранаты. Три хаешки, бро. Три хаешки, бро. Первый улетел. Найс. Второй улетел. Хорош, умничка. Еще должен быть пункт, нет? Да, я лагаю. Я лагаю, бро. Я завис. Тоже. О, плетун у меня лагает! Один на сайт. На. Найс шот. Спасибо. На голову я люту дал. Один подай есть.
видел его. Фу! Найс шот. Что, как ты жестко стекла ставишь, дядя? Что с тобой, ты псих? Да, на Б заходит. Я иду. О, там... Повезло, повезло. Все! Все четыре, брат. Я не вижу ничего вообще. Смотри. Давай, брат, твой раунд. Просто выходи, убивай всех. Просто выйди на... Давай! Один. Сейчас будет, брат. Первый. Второй. О! Третий. Он типа, он ушел, он не ушел. Нет. Вот так, да? Все, это финальный раунд, точно. Ребята, скриньте, это финальный... Это финальный раунд. Возьмем подачи, там какой-то. Не вышли, боюсь. Не вышли, вообще. А, вышли! А, вышли! Ну как у меня чел смотрит? Раунд 4 в 3. У меня не пошла эта игра. Хорош! Наш потный челик затащил кап. Let's go! Сейчас смотрим, пацаны, девчата, смотрим, какое звание дает. Ранг, ну-ка. Какое задали? Золото 3. А тебе? Золото 3. Ребята, надеюсь, вам понравился этот ролик. Если понравилось, обязательно поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал, проверьте, подписаны ли вы. Напишите свой комментарий, какие бы ролики по стендоффу или по другим играм вы хотели бы видеть на этом канале. Ну и если этот ролик соберет 25 тысяч лайков, то мы снимем еще одно видео по стендоффу, и это будет open case, открытие 100 кейсов. Ставьте лайки и до встречи. Всем пока.